Дорогие друзья, всем привет, с вами я, Скиллмакс, и я продолжаю проходить игру GTA Vice City. Сегодня у нас не сюжетная миссия, сегодня у нас таковая телефонная миссия, или как их еще называют, миссии на мистера Тила, да. В этих миссиях мы будем небольшими киллерами, и нам по телефону будут давать задания, например, кого-то убить, типа жены или развозчика пиццы и так далее, да. Сегодня нам надо убить развозчика пиццы до того, как он раскидает свои заказы. Заказов у него 50, поэтому уверен, что вы успеете. Главное, посмотрите по мини-карте, куда он направляется, и уже двигайтесь за ним, да. Потому что, если не посмотрите, он может где-нибудь свернуть, и вряд ли вы его уже догоните, да. Так, скидываем его уже с байка, наконец-то, а то он меня уже достал. Так, слазим и застреливаем его уже, в принципе, до смерти. А на этом все, с вами был я, Скиллмакс, не забывайте подписываться. Всем пока и удачи, счастливо!